Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал «Своя закваска». В сегодняшнем видео хочу вам показать перевалку семенной бегонии возрастом в 3 месяца. Покажу вам, как я свои бегонии поливаю, затрону тему подкормок. И есть еще один вопрос, можно и нужно ли прищипывать семенные бегонии. Посеяла я ее очень рано, 3 октября. Чтобы рассказывать вам о всех этапах развития чуть раньше, чем они будут происходить у вас. Ну и плюс ко всему, мне хотелось посмотреть, как каждая серия клубневой бегонии зацветает. Цветет, то есть сделать отбраковку экземпляров по махровости цветочка, по габитусу куста. Ну и самая главная причина такого раннего посева — это получение полноценного клубня, чтобы эти семенные бегонии у меня, как и любые клубневые бегонии, ушли на покой и тем самым не занимали бы у меня место ни на окне, ни под подсветкой. То есть бытует такое мнение, что семенные бегонии в первый год жизни не образуют полноценный клубень и не способны уходить на покой. Но все чаще и чаще встречаю мнение, что семенные бегонии прекрасно наращивают клубень в первый год, если их посеять немного пораньше. Но что я вам хочу сказать. Все-таки 3 октября — это был очень и очень ранний посев. Именно для моих условий, именно для моего грунта, для моей подсветки, для профессиональных семян, которые я сеяла, всхожесть была очень хорошая. Поэтому вторую партию семян бегонии, там у меня будет гибридная и вечно цветущая, я буду сеять не раньше, чем в конце января. То есть, смотря сейчас на вот эти вот 3-месячные сеянцы, я могу сказать, что они полностью готовы для высадки в основное кашпо. Вот сейчас перед вами сеянец бегонии Non-Stop Joy Red. Вот посмотрите, какой хороший кустик, но это не самый лучший вариант. То есть, видите, он даже еще не цветет. И сейчас мы с вами посмотрим, какая корневая система наросла у этого экземпляра. Заполнен весь объем грунта корнями. Вот такую корневую систему уже спокойно можно переваливать в больший объем. Здесь можно дать и 2 литра, а можно и 3. От момента перевалки из 100-граммовых стаканчиков в горшке объемом 0,7 литра прошел ровно месяц. Вот так вот отличается по размеру предыдущий объем с объемом 2 литра. Вроде бы ничего, неплохо. И здесь у нас есть запас для развития корневой системы. Но вариант 3-литрового горшочка мне нравится больше, потому что мне уже точно не нужно будет делать никакую перевалку до самого лета. И может быть, в этом горшочке эта бегония проведет и все лето, и даже 2 месяца осени. Вот здесь у меня намешан уже субстрат. Здесь торфогрунт Агробал С, лесной мох, обработанный кипятком. И еще я все-таки добавила неполную столовую ложку удобрения Фертика Универсал 2, потому что в этом грунте и вот в этом объеме горшка бегония, возможно, проведет очень длительное время. И, конечно же, ей нужно будет питание. Но остерегаю вас пока за мной повторять, потому что я сама пробую только на одном растении. Ну а теперь давайте поговорим немного о поливе. Поливаю я свою бегонию обычной водой из-под крана. Единственное, хочу сказать, что на всю систему водоснабжения у нас в доме стоит очистное сооружение. Поэтому вода у нас достаточно мягкая. Конечно, желательно бегонию поливать мягкой водой. Зимой это может быть талая вода, а в другое время года можно либо собирать дождевую воду, либо как-то ее искусственно умягчать. Если растений немного, например, 1, 2, 3, то можно поливать водой, пропущенной через обычный бытовой фильтр. Если же растений много, то воду можно немножечко подкислять. Подкислять воду можно разными способами. Сейчас на этой теме я останавливаться не буду. Что касается количества воды на один куст бегонии, это самый интересный момент. Потому что в самый свой первый год выращивания клубневой бегонии из готового магазинного клубня я столкнулась с проблемой именно в этом отношении. То есть я просто элементарно свою бегонию залила. Здесь, конечно, не лишним будет сказать, что причины залива бегонии чаще всего кроются в неправильно составленном субстрате для бегонии. То есть, если субстрат для бегонии хорошо разрыхлен, он легкий, он содержит в себе
воздушные карманы, такой ком грунта будет просыхать гораздо легче и быстрее. Ну а если посадить бегонию, например, в садовую землю, то риск залива увеличивается многократно. Почему это происходит? Да потому что корневая система у таких бегоний будет очень слабо развита. Она не сможет поглотить всю влагу, которую вы будете ей предлагать, и те маленькие, единственные корешочки, которые у нее будут, и те загниют. Поэтому для себя отметила, правильный полив бегонии равно правильный грунт. И дальше уже можно поговорить о самой системе полива. Здесь опять же несколько нюансов. Чем больше растение, тем больше воды оно требует. И наоборот. Другой момент, освоен или нет корнями весь объем грунта. То есть вот такой вот полноценный кустик, который полностью опутал корнями весь ком земли, я поливаю очень и очень обильно. Вот этот экземпляр вчера был полит, поэтому именно на нем я вам показать не могу. Покажу на вот этом экземпляре. Он, конечно, чуть поменьше, но пересыхает он уже достаточно хорошо, поэтому я делаю вывод, что корневая там уже неплохо развелась. Давайте все-таки для интереса посмотрим. Ком грунта не полностью оплетен, но корневая система очень хорошо развита, поэтому ее обильно поливать уже можно. И здесь же на этом примере мы видим, насколько у нас просушен грунт. То есть полностью просушивать грунт нельзя, потому что если он пересохнет, его очень будет тяжело потом промочить. Кстати, если все же грунт сильно пересох, поливать надо сериями, небольшими порциями. Сигналом того, что грунт сильно пересушен, является быстро вытекающая вода от полива через дренажное отверстие. Сейчас, трогая верхний слой грунта, я чувствую влагу. А вот у этого экземпляра грунт просушен достаточно хорошо. Как я это определяю? Поверхность грунта должна просохнуть на глубину фаланги пальца. Где-то 1,5-2 сантиметра. Еще один способ проверить, нужно ли поливать бегонию, это вес горшка. Я пользуюсь двумя методами. То есть сначала я проверяю поверхность грунта, и затем еще дополнительно проверяем вес горшочка. Мышцы рук запоминают вес политого горшка, и когда его опять пора полить, он становится ощутимо легче. И когда и то, и другое говорит мне о том, что нужно полить, я поливаю. Поливаю достаточно обильно. Потому что я знаю, что мой грунт рыхлый, он быстро просыхает, и температура в рассадной комнате достаточно высокая. Конечно, если бегония стоит в теплице, где температуры ночные падают до 15 градусов, это, кстати, самая критичная низкая температура для выращивания бегонии, то, конечно, в таком случае нужно поливать более аккуратно. Вот сейчас я вижу уже, что с дренажных отверстий пошла водичка. Вот именно до этого состояния и нужно пролить горшок. Видите, я использую транспортировочные горшки, они с дренажными отверстиями. Для бегонии я люблю такими горшками пользоваться, для петунии я, конечно, всегда выбираю тару без дренажных отверстий, потому что петуния пересыхает просто моментально, корневая система у нее мощная, поэтому я просто знаю, сколько нужно полить. Для бегонии применять горшки без дренажных отверстий, конечно, опасно. У меня нет поддонов на полке с подсветкой, поэтому я беру отдельно каждый горшочек, ставлю в контейнер, хорошо проливаю и убираю на место. Теперь о подкормках. Грунт, в который перевалены вот эти экземпляры бегоний, он слабопитательный. Напомню, что здесь грунт агробал С и лесной мох. В интернете дается информация, что азот, фосфор, калий в агробалте находится в соотношении 150-150-250. Но на моей экипе совершенно другое соотношение этих элементов. Азот 120, фосфор 80, калий 140. Сейчас здесь же для сравнения вставлю вам питательность субстратов других производителей. То есть агробалт очень слабенький по питательности. Больше ничего я при перевалке в эти горшки не добавляла. И поэтому, если нет возможности перевалить в больший объем вот такое вот хорошо подрощенное растение с отлично развитой корневой системой, то необходимо начать подкормки. Потому что питание бегонии все же нужно. Невозможно вырастить красивое цветущее растение на абсолютно пустом грунте. Здесь по опыту скажу, что очень плохо бегония реагирует на органические подкормки и просто замечательно на минеральные. Конечно же, все вам показываю на примерах. Вот этот черенок беликоний оранж был пересажен вот в этот грунт 50% мха и 50% компоста где-то, наверное, недели 4 назад. Вы посмотрите, здесь на просвете нет ни одного корешка.
То есть бегония отказывается расти в таком грунте, она просто не наращивает корневую систему. А что же она делает с той корневой системой, которая у нее наросла в водичке? Давайте посмотрим. То есть смотрите, корней вообще нет. А вот что она сделала с теми корешками, которые у нее были изначально. Они все просто почернели. Вот субстрат для бегонии, состоящий только из лесного мха. Все прекрасно развивается. Корневая система наращивается. Здесь же, несмотря на то, что было 50% лесного мха, все-таки бегония отказалась развиваться в этом субстрате, потому что слишком много органической составляющей. А вот на дозированные подкормки минеральными удобрениями бегония реагирует очень хорошо. Главное здесь определиться с составом удобрения, концентрацией и как часто это делать. В этом году, выращивая бегонии, я больше всего ориентируюсь на опыт Тамары Демченко. Ну вот, в частности, нюанс по составу удобрения. Она использует не фертику, она удобряет мастером, в котором тоже содержание фосфора находится на низком уровне. Фосфор в большой концентрации является токсичным. Бегония у нас очень чувствительна к токсичным веществам, поэтому формула с пониженным содержанием фосфора будет для нее идеальной. Кроме того, здесь мы видим азот 19, калий 20. Тоже нам подходит, потому что в рассадный период много калия нам и не нужно. Нам нужно наращивать вегетативную массу. Ну плюс, конечно, здесь есть магний и микроэлементы. Удобрение мастер тоже очень хорошо сбалансировано, поэтому если у вас есть такая возможность, то можно применять и его. Как я уже сказала, применяю я это удобрение только для вот таких подрощенных кустиков, которые не перевалены еще в больший объем. То есть как только вот этот экземпляр переедет в объем 3 литра, подкормки я прекращу до того момента, пока это растение не освоит весь объем грунта, и после этого я опять продолжу подкормки данным удобрением. Как я его применяю? С каждым поливом в дозировке 1 чайная ложка на 10 литров воды. Я развожу в полторашках, мне так удобнее, поэтому я беру 1/6 чайной ложки на 1,5 литра воды. Поскольку, как я уже сказала, вода у меня идет из крана очищенная, поэтому я ее не отстаиваю. Вот буквально сейчас я ее налила, насыпала удобрение, размешала, и можно начинать поливы. А как же поливать растение, которое только что перевалено в объем 3 литра? Сразу после пересадки я делаю это аккуратно, по краю горшочка, немного, чтобы не забить воздушные карманы, чтобы корешочки почувствовали новый объем грунта и хорошо в него вросли. После перевалки и первого полива нужно будет произвести рыхление, потому что первый полив, он все равно верхний слой грунта уплотняет, а нам нужно, чтобы корешки получали достаточное количество воздуха. На рыхление бегония отзывается очень и очень хорошо, поэтому ни в коем случае не забывайте об этой простой, но очень эффективной процедуре. Напомню, сейчас я полила обычной водой. И так будет продолжаться до тех пор, пока весь объем грунта не будет освоен растением. Следующий момент, который я бы хотела осветить в этом видео, это надо ли прищипывать семенную бегонию, и если да, то как это сделать правильно. Я не знаю, как это сделать правильно, я просто вам расскажу, как это делаю я. Сейчас вы видите в кадре бегонию Limitless Lemon. Она сразу зацвела махровым цветом. Этому экземпляру уже 3 дня назад была сделана прищипка. То есть, обратите внимание, я убрала макушку, но я не стала убирать цветоносы, чтобы просто посмотреть, полюбоваться на цветочки. Почему я это сделала? Растение стремится расти в один ствол, а мне это не нужно. Я хочу пышный кустик. То есть моя задача заставить проснуться спящие почки. И сделать это можно элементарной прищипкой верхушки основного побега. Если бы я дала развиваться дальше основному побегу, то этот сеянец все больше и больше бы терял равновесие. Видите, он даже сейчас шатается. Мне бы пришлось придумывать какие-то опоры, поднимать подсветку. В общем, это одни сплошные неудобства. Но не все сеянцы развиваются так, как я вам сейчас показала. Есть экземпляры, которые кустятся прямо от основания сами. Посмотрите, какое количество боковых побегов выдает нон-стоп Joy Orange.
Вот я развернула другой стороной, и здесь, и боковые, и вот основания идут и идут новые побеги. При этом растение цветет. Я думаю, что этот момент еще обусловлен серией бегонии. То есть серия Non-Stop Joy, она очень хорошо кустится прямо от основания. Но не только серия может влиять на этот нюанс, но еще и расцветка. Это два экземпляра одной и той же серии Non-Stop Joy. Посмотрите, как по-разному формируется куст. Здесь это компактный, шаровидный. Здесь ничего не нужно формировать, он сам себя формирует. А вот над этим экземпляром я бы поработала. Посмотрите, он тоже неплохо наращивает боковые побеги, но все же выстреливает основной побег и дает на нем цветение. Первые цветы я всегда оставляю для того, чтобы на них полюбоваться. А вот эту часть побега можно выломать. И, кстати, дополнительно укоренить. Вот эти большие листья на основном побеге в обязательном порядке оставляю, потому что это дополнительный фотосинтез, это испарение лишней влаги, если таковая будет в этом горшочке. Ну вот еще один пример, Non-Stop Joy Red. Тоже очень хорошо дает боковые побеги и от основания идет. Но вот сейчас он зацветет, и макушечку я также прищипну. То есть моя цель — получить из этих сеянцев хорошие, объемные, круглые, компактные кустики. Ну вот еще один примерчик покажу, как прищипываю. Вот этот кустик хорошо развивается, у него есть боковые побеги. Но я хочу, чтобы они развивались быстрее и кустик был пышнее. Смотрим, здесь сверху уже заложился бутончик. А вот эту часть, самую-самую макушечку, самую верхушечку, прямо вот в этом зачаточном состоянии я уберу. Все, у меня будет два бутончика, они зацветут, я их уберу, и уже будут полноценно развиваться вот эти молодые побеги. То есть, если в случае Non-Stop Joy там получилось снять прям большой черенок, потому что дорастила до таких пор, а здесь вот вовремя сделав прищипку, можно ускорить развитие кустика в ширину. Уже вроде смонтировала видео, но сегодня поливала опять бегонии и увидела еще один пример по прищипке. Вот это ампельная бегония серии Sun Dancer. И посмотрите, хорошо она дает побеги. Можно было бы, казалось, не прищипывать. Но уже сейчас видно в этом молодом состоянии, что она наклоняется в одну сторону. То есть, если в кашпо выращивать несколько растений, наклоненных в разные стороны, это было бы хорошо. Но если представить, что это растение будет расти в отдельном горшочке, и хотелось бы, чтобы плети спускались в разные стороны, то я бы сделала все-таки прищипку центрального побега. Чтобы было нагляднее, я прям ножничками уберу эту верхушку. И теперь у меня здесь будет три полноценных побега, которые будут развиваться. Может быть, проснется еще какая-то спящая почка. Может быть, от корня еще пойдут побеги. И это будет уже хороший кустик. Ну и под конец хотела бы вам показать, как распустился Амири гибрид Розы Фоум Вайт. И это растение выращено из семян. Оно было посеяно 9 января 2021 года. Осенью я занесла его на зимовку в дом. Несколько раз обрезала, подстригала. И вот в результате все-таки дала ему зацвести. Необыкновенной красоты цветочек с лаймовыми прожилками у основания. Просто настоящая розочка. Ну что ж, друзья, надеюсь, сегодняшнее видео будет для вас полезным. А на сегодня это все. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.